Здравствуйте, я ваш новый начальник, а после открытия ваших джайлов делаем один игровой шаг, замираем в стандартном положении, отклонение от маршрута килл. Так один шаг игровой был, пацаны, пиздец. Бонд, блядь. Это был мой первый день начальником. Ё-моё, прошло 85 лет с тех пор, как я последний раз играл на джайл серверах в контре, и сейчас я туда вернусь. Тюрьма, за теров захожу. А я снова из смузи и зашла на сервер. Здорово, парни. Открывайте джайл. Погоди, это чё, модвер? Покажите мне нычку. А я тебе не покажу, потому что их тут и так нет. Только одна нычка такая. Покажите нычку. Это модвер, ахах. Модвер, это кто? Да это нене какой-то, походу. Да, вообще, нене. Парни, чё так темно-то? Потому что... Даже фонаря нету, парни, мне страшно. Да ты яркость увеличишь. Я чё, в Дейс играю? Подсадите, пацаны. Спасибо. Бля! Зачем в меня полицейский выстрелил? Да чё вы, парни, на нож его посадите и всё. У меня чё-то знакомый голос какой-то. А тут есть метание картошки? Нет. А метание дигла? А можно я буду полицейским? А можно ты пососёшь? Чего-чего, ты пососать захотел? А можно по губе? Даже еще никто не сказал, что можно. Зэки отошли от меня два, зэки отошли от меня три. Сам подошел такой к зэкам и говорит, что подошли. Да воткните ему нож уже в попу, он к вам спиной поворачивался только что. Здравствуйте, я же зэки, я ваш новый КМД после открытия вашего джала. Постоите плечом к плечу по моему лучу лазеру. Да я не слышу, что ты говоришь. Отказ. Отказ. Ты, ты что творишь? Что отказ. Это? Кто это? Откуда вы? Отлично. Бунт! Режьте его! Убивайте! О, дайте я один раз сыграю. Заходи. Да, я знаю правила. Так, а вы же в курсе, что я только одну команду знаю? Какую? А, здравствуйте, я ваш новый начальник, а после открытия ваших джайлов делаем один игровой шаг, замираем в стандартном положении, отклонение от маршрута килл. Так один шаг игровой был, пацаны. Пиздец, нахуй. Бунт, блядь! Это был мой первый день начальником. Тихо-тихо, возьми КМД, вот как ты брал в прошлом раунде, и я зажми. Воу, рисовать можно. Вы же знаете, что я нарисую. Что это? Да, НН какой-то. Неплохо, да? Все всегда вот мечтали, чтобы кто-нибудь объявил фридей. Давайте вот его и объявим. Аня Вишнёва смузи, ты где? Чё, я в басике. Я тебе помочь. Знаю я, с чем ты мне хочешь. Вам не стыдно, а? Я вам камеру открыл, а вы себя так ведете. У него клава старше, чем я. Да у меня есть не только старая клавиатура, но и телефон. Был бы он поновее, я бы на нем играл в Black Rush. Black Rush — это крупнейшая мобильная игра по мотивам реальной России. Тут есть все. Например, реалистичные локации и автомобили, множество развлечений и интересных работ. А самое главное, это все абсолютно бесплатно. Для лучшего старта я договорился о специальном промокоде для вас, Monver, который подарит вам секретный автомобиль и VIP-статус на 12 часов. Скорее беги по ссылке в описании и качай Black Rush всего в пару кликов. Кто меня убил? Я убил тебя. Где? В первом этаже? Вот это ты? Не. Вот это ты или нет? Я буду сейчас валить, пока я не узнаю, кто это. С первого раза угадал. Все, иди устройся пиццемейкером. Сколько у него? Блять. Туда, со скамелем. Додик там радуется, что меня убили. Покажите мне, где этот пиццемейкер. Он на первом этаже. Спасибо. Все, молодец. Да давайте кто-нибудь, два человека останется, и мы метнем дигл наконец-то. Так, а в смысле, как мне вам камеру-то открыть? А вон красная кнопка сзади тебя, флаг Польши. Это Япония вообще-то. Ну давайте сюда залазьте, вот туда будем, прямо вон туда кидать. Ну давай, вы первый. Нихера ты с задержкой кинул бросание дигла. Блять. Нельзя. Не. Проиграл в метание дигла. Давайте петушинный бой. Да, отлично. Фуфло игра. Нет, это не фуфло. Фуфло у тебя в унитазе. Петушинный бой, насколько я помню, это надо на бошку запрыгнуть. Чел, не умирай. Это что такое? А, понял. Так это типа картошки, по-моему. Убил. Просто дедовский бросок гранаты был. Эх, пацаны, тюрьма в CSGO. Эй. Че это такое? Нужно больше бронежилетов. Специальные бойцы Swaggy Boy и Gay One. А кто я, American или Муслим? Муслим. А, и еще один выбор, смотри. Swaggy Boy или Gay One? Гриван. Отлично. Пиздец.
Аня, вишневый смузи, а там мужик нахуй сидит. С подключением. Ты командовать будешь? Да, конечно. Заткнись. Вот тебе первая команда. Можешь сначала этого, вот этого вот убить, стрел вот. Это кто? Вот стрел, вот его убивай. Ты что, офигел? Все нормально, сервер захвачен. Мы едем кататься. О, поехали. Что это за дерьмо, как ездить на этом? Такая топовая озвучка еще. В смысле, мы теперь... Я теперь тоже на зоне, что ли? Все, мы застряли, да. А, нас подставил позитивчик. Да, это ой, я и виноват вообще, блядь, пиздец. Камень, ножницы, бумага? Самый важный выбор в моей жизни. Камень. Что? Еще раз камень. Да я эту фигню в Симпсонах видел. Там Барт тоже всегда камень выбирал. А, позитивчик, тебе персональная команда. Будь спокоен и не выебывайся. Во, вот эта карта уже для настоящих пожилых ребят. Прям как домой зашел. Здесь нужно идти в качалку и вскрывать нычку с деглом. Почиркайте ножом, по-моему, вскрываться должна. Ну, по крайней мере, в Сурсе вскрывалась. А стена не вскрывается? А тут вроде бы почти все нычки заблокированы. Что у тебя на аватарке? Это 214. Че такое 214? Не шаришь. Это какое-то новое молодежное движение. Я опять отстал от трендов. Давай гольф, смотри, у нас есть флешка, я еще ставлю метку, куда тебе надо. Мы что, аристократы? Вот видишь, вот сейчас, смотри, вот тебя надо туда кинуть, как можно ближе. Ага, молодые аристократы играют в гольф. О. Да ну нахер. Надо было реально за угол поставить. Вот сюда? Да, куда-нибудь. Ну можешь еще дальше, еще дальше. Типа мини-гольф. Ну это что-то слишком мини-гольф, по-моему. Аристократы так и играют. Я не представляю, какой путь должен мячик проделать. Пиздец. Ну это реально бра. А, ну все, ну ясно. Так, мы находимся на русском паблике, как я это определил. Просто посмотрите на эти никнеймы. Цените мать. Топ-1 садика. Шоумен студент вуза. Просто сливки общества. А русские есть? Извините меня, я прицеливался. А лучше бы твой батя прицеливался к отделке. А вы пожилой? Да нет, ну как, блядь. Я думаю, да, нахуй. Ну, на сколько? На 29. Получается, вы мужской милф. Пошли, да. Ну да, это, так знаешь, золотая не середина, болит, 30, да? Это типа все пизда. Не, так а чё, там же вроде жизнь-то, когда в 60 начинается. Жизнь начнется, когда я буду в танки, наверное, играть. А чё, прогрел уже? Прогрел, да, нахуй. Завёл, блядь, хуй зайчику. Так а за щеку тоже прогревать надо? На, и тут на. Сюда кому? А чё, молодые-то себя как ведут? Нормально себя проявляют на сервере? Ну да, пока. А вчера у всех лагало на сервере? Не, вообще без лагов, отлично. Да не, в принципе, у всех лагало. Ну смотри, у меня видюха 256 мегабайт. Блять. А вот серверы Джайл существуют еще. Да, да, вроде. А там надо в метание картошки выиграть в конце и все. Ебать, вы вообще про что пиздите? Лес нахуй. Метание картошки нахуй, тюрьма, блять. Там еще метание дигла на дальности. Пиздец, какой-то нахуй смахнется какая-то на бочке. Не, ну там только по столбам не надо лазить. Разнос? Какой разнос, нахуй? Иди картошки метать, труба. Все, пацаны. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, поддерживайте в Бусти. Всем пока.